Одним из форматов проведения городского совещания педагогов является работа переговорных площадок. Так, на встрече в третьей школе обсудили тему «Система учительского роста вчера, сегодня и завтра». Национальная система учительского роста – это проект Министерства образования и науки. Он призван повысить педагогическое мастерство как посредством получения первой и высшей категории, так и должности старшего и ведущего учителя. Обсуждение реализации национальной системы учительского роста – одна из задач этой тематической площадки. Сейчас требования к педагогу достаточно высокие, потому что очень много компетенций, которыми, опять же, должен владеть педагог. Это он должен быть и организатором образовательной среды, причем как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Он и организатор инклюзивного образования. Педагог сегодня, конечно же, и специалист по информационно-коммуникационным технологиям. Одной из форм профессионального развития педагогов является участие в региональных проектах «Новые учитель Ямала» и «Педагогические статусы». В Губкинском есть учителя-методисты, исследователи и наставники, которые проводят и методические семинары, и открытые уроки. Выработка решений по реализации данных проектов и направлений развития муниципальной системы учительского роста на 2017-2018 учебный год также являются задачей этой переговорной площадки. Обсуждение другого регионального проекта «Школа ступеней» проходило в шестой школе. Школа ступени означает создание организационно-педагогических условий для обучения на каждом уровне образования. То есть в начальной школе, в основной школе, в средней школе. Это выбор технологий, это подход к организации урока, это обустройство образовательной среды. В ходе работы переговорной площадки педагоги представили эффективные практики по реализации проекта «Школа ступеней». Учитель начальных классов 5-й школы Ольга Курочкина рассказала коллегам, как на уроке организовать побуждающий диалог. Его структура, она достаточно простая. Сейчас ее используют многие педагоги на уроках. Начинается она с того, что ребенку не дается тема и готовое знание. А прежде всего урок начинается с проблемы, с постановки проблемы или возникает проблемный вопрос. Учитель 6-й школы Гюнель Керимова рассказала о способах создания образовательного пространства на уроках английского языка. Важно создать благоприятный климат на уроке через игру и развлечения. Например, мы часто проводим ролевые игры. На видео у нас была физкульт-минутка по теме «Кулинарное шоу», где мы отрабатывали лексику по теме, глаголы «кипеть», «жарить» и так далее. Через подобные формы учащимся легче усваивать языковой материал. После выступлений и докладов педагоги приступили к составлению комплекса мер по реализации проекта «Школа ступеней» в системе образования города на 2017-2018 учебный год. По итогам работы переговорных площадок поступившие предложения и решения будут внесены в общую резолюцию городского совещания педагогов. Элиас Капралов, Данила Индюков, новости Губкинского.